Места для отдыха и прогулок в Ирбите совсем скоро будет не узнать. На площади имени Ленина работы близятся к завершению. Работы в Сиреневом сквере хотят завершить раньше срока. На бульваре Победы стартовал третий этап благоустройства. Рабочие уже закончили выкладывать плитку на площади имени Ленина. Осталось только закатать тротуар вдоль площади и высадить кустарники. Озеленением сегодня занимаются и в Сиреневом сквере. Раскатывают живой газон по всей территории, там, где не будет плитки. А еще установили первый стационарный объект в сквере. Тот, о котором неоднократно просили горожане. Современный и антивандальный туалет. Ну а на бульваре Победы уже стартовал третий заключительный этап благоустройства. В планах озеленение, для которого уже завозят грунт. Также обновят детскую площадку, установят новые скамейки, чугунные ограждения, урны и светильники. Все работы подрядчик должен завершить примерно к середине ноября текущего года.